Друзья мои, приветствую! В этом видео я не буду играть на гитаре, может быть, только один победный аккорд ля мажор сыграю. На самом деле, этим видео я хочу завершить челлендж. Один из моих друзей, его зовут Саша, я оставлю ссылку на его канал под этим видео, он мне предложил сделать такой вызов и самому себе, в частности, каждый день в течение одного месяца записывать по одному видео. И вот это видео как раз-таки является благодарственным завершающим. Из 30 видео 3 получилось у нас музыкальных, а остальные видео — это всего лишь 10%. Остальные видео все носят обучающий характер. Мне хочется делиться вместе с вами теми знаниями, умениями, навыками, которыми я обладаю. Я очень надеюсь, что эти видео принесли кому-то из вас пользу. Если это действительно так, обязательно ставьте лайк этому видео, пишите благодарности в комментариях. И если у вас есть какие-то вопросы, задавайте эти вопросы, я с удовольствием буду отвечать их в последующих видеороликах. Также подписывайтесь на мой инстаграм-канал. Если здесь на YouTube я с вами общаюсь посредством видеорежима, то в инстаграме посредством фоторежима. Я делаю фотографии и к этим фотографиям периодически добавляю свои размышления в формате текста. Тоже будет приятно с вами дружить в социальных сетях и ВКонтакте, и Facebook, добавляйтесь. И еще один момент, опять-таки его повторю. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Я с удовольствием буду выходить на обратную связь, что-то пояснять, делиться своим опытом. Мне очень приятно, что мы вместе с вами таким образом общаемся. Желаю вам всего самого наилучшего в этом дне. И спасибо за вашу подписку, за ваши лайки. И ставьте колокольчик, чтобы всегда быть в курсе, когда появляются новые видео на моем канале. Мы выиграли с вами этот челлендж 30 дней по одному видео каждый день. Ура! Спасибо за поздравления!